когда сеет цветную капусту на рассаду. Первый шаг здоровой рассаде – это обработка семян. Пропустите посадочный материал через 3 проверенных стадии обработки и не узнаете свой огород, стойкие, здоровые, активные посадки. Также учитывайте, что качество посева будет влиять от выбора сорта. Как правильно выбрать семена цветной капусты? Первое. Определить, какой сорт – ранний, спелый, средний или поздний – подойдет вашему региону. Второе. Купить качественные проверенные семена, обработав перед посадкой. Третье. Обращать внимание на заметки производителя, сроки и условия хранения, стимуляция или обработка, рекомендации по посадке и выбор почвенного состава. Семена цветной капусты должны недолго храниться, иметь герметичную упаковку и не подвергаться минимальным изменениям погодных условий. Покупные семена храните в сухом и вентилируемом месте, а самостоятельно собранные хорошо просушите и заверните так, чтобы они не подвергались влаге. Как обработать цветную капусту на рассаду? Первое. Замочите в обычной воде плюс 35 градусов на 30 минут. Второе. Обработать в растворе марганцовки по 1 грамму на 400 мл. Слабый теплый раствор. Промыть после обеззараживания. Третье. Замочить в биостимуляторе роста, разбавленном 1 к 3 микроэлементам. Не промывать. Когда же сеять цветную капусту на рассаду? Сроки. Ранняя посадка. Высадите с конца марта и до середины апреля. Даты с 30 марта по 10 или 15 апреля. Средняя посадка варьируется по регионам, подходит для Подмосковья. Сроки применимы для регионов с поздней весной. Даты с 25 апреля по 15 мая. Может затягиваться до конца мая в зависимости от погоды в регионе. Поздняя посадка обычно высаживают рассады, но также применима заделка в грунт с поздним плодоношением. Подходит для осеннего урожая. Даты с 30 мая по 5 июня. С 5 июня по 15 июня. Схема посадки и подготовка участка. Дополнить хорошие условия подготовки и удачно выбранные сроки посадки поможет подготовка почвенной смеси и схема рассадки. Землю также обеззаразить, пролив марганцовкой или проработать доступным препаратом для обеззараживания. Некоторые дачники вводят фитоспорин М для обеззараживания участка. Попробуйте, напишите, как вам такой вариант. Посадка капусты в грунт проводится только в прогретую почву. Заранее смочить водой и сформировать лунки. Разметить места посадки, а затем высадить подготовленные семена. Схема посадки капусты в грунт 3 на 3 см. Заделка в землю на 1,5 см и дополнительно прикрыть 0,5-сантиметровым слоем земли. Чем подкормить? 300 г доломитовой муки, 250 г древесной золы, 50 г комплексных минеральных удобрений плюс микроэлементов на 10 литров земли. О поливе капусты после высадки в грунт читайте на сайте TNH.info. Как же ухаживать? Проливать, подрыхлять, прореживать. Следить, чтобы корневая шейка не углублялась, а рассада не вытягивалась. Если пересаживаете подращенные ранее саженцы, то не присыпайте слишком большим слоем земли. А вот удачные температурные показатели для укоренения поставьте на плюс 20, плюс 25 градусов. И также отмечайте, когда на улице будет такая температура, и высаживайте. Читайте, как дальше вырастить цветную капусту в открытом грунте. Вся информация на сайте TNH.info. Пишите в комментариях, когда и как вы сеяли цветную капусту на рассаду.